Здравствуйте, в эфире дежурный репортер, с вами Антон Рассказов. В ближайшие несколько минут расскажем об основных событиях уходящей недели, а далее смотрите интервью главы администрации города Апатиты Николая Бовы в нашей программе. Начинаем выпуск. На этой неделе Андрей Чибис провел первую большую пресс-конференцию с момента его назначения временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. Журналисты подняли вопросы медицины, образования, оплаты труда и развития туризма. Как отметил Андрей Чибис, утвержден антикризисный план, состоящий более чем из 100 шагов. Например, на реализацию первоочередных мер в медицине направят 430 миллионов рублей. Средства пойдут на привлечение новых кадров, предоставление медикам права приватизировать служебные квартиры и закупку нового медицинского оборудования. Сейчас мы занимаемся Апатиты Кировск, в принципе, наладкой организации медицинского обслуживания. Я не знаю, вы видели, не видели, слышали, не слышали встречу в Апатитах. Да, вопрос медобслуживания, вопрос того, что все медобслуживание в Кировске, там, что там вот как раз отношение к пациентам, как к чужим и так далее. Вот эти все вещи мы вот это отрабатываем. И уже там дополнительный такой дневной стационар мы в Апатитах открыли, чтобы люди могли получать медпомощь, лечиться, не направляясь, не двигаясь туда-обратно по 23 километра, а чтобы вот, ну, дневной стационар был здесь. О медицине говорили и в Апатитах. Главврач объединенной больницы Юрий Ширяев и глава администрации города Апатита Николай Бова встретились с жителями и ответили на вопросы. Полная полуторачасовая запись открытого диалога загружена в группу Народного ТВ ВКонтакте. Далее небольшая выдержка из очень эмоционального и непростого разговора. Как можно найти медицинскую карту в нашей поликлинике? Стоит, либо она находится у страховой компании, либо она действительно утеряна. А как она была утеряна? Либо забирают очень часто, когда ко мне приходят, мы ищем карты, потом они оказываются 50%. Да, есть где-то теряются, согласен. И мы над этим работаем. Подождите, стоп, давайте договорим. Ну, вот вам вопрос задали, я отвечаю. Карта может потеряться. Именно поэтому мы сейчас пытаемся уйти от бумажных носителей в электронные носители. Скажите, пожалуйста, почему УЗИ, вот УЗИ апатитский, значит, делают платно, а кировский бесплатно? Вот у меня такой вопрос. Делают всем бесплатно. На сегодняшний день, подождите, я уже отвечал, уже очень-очень много раз, видно, наверное, вы либо не читали, ну, давайте я вам еще раз отвечу. В Апатитах УЗИ бесплатное, кроме УЗИ сосудов нижних конечностей. Записывают всех, и апатитчан, и кировчан, и кировским, на УЗИ только нижние конечности. Есть такой специализированный метод ультразвуковой диагностики. Так вот, есть очередь, есть нагрузка на врача. На врача нагрузка, поймите. Сейчас врачи тоже люди, они тоже не могут перерабатывать. Они же не могут целыми днями всех сразу принимать. Поэтому, если кто-то хочет без очереди, то платно. Если по очереди, то бесплатно. Аптека вот эта социальная, она раньше была в подвале. От врача ушел, пришел туда. Неправильно там цифру поставила или что. Я вернулась, мне переделали это все. А теперь нужно ходить, Бог знает куда, в эту аптеку. И оттуда надо с этим рецептом идти опять к участковому. Аптека через какое-то определенное количество времени в этом году, я обещаю, что она появится в поликлинике. Я сегодня в стационар в Кировске. Называем апотека. Хотелось бы решить вопрос с транспортом. Работникам, потому что они уже дорого выходят, ездят туда-сюда. А нас, как вы говорите, более 50% апатитских. Можно ли как-то этот вопрос решить? Несколько сотен апатичан там работают. Будем думать, как это сделать. Может быть, все-таки надо подумать, найти оптимальное решение. Я вопрос услышал. Я думаю, это в большей степени все-таки вопрос местной власти. Грустная новость этой недели. На 59-м году скоропостижно ушел из жизни заместитель председателя Кольского научного центра Григорий Иванюк. Во время полевой экскурсии с участниками международной конференции ученых Григорию Юрьевичу стало плохо. Это большая трагедия, большая потеря. Но я хотел бы поблагодарить всех миролюбивых людей,
которые до последнего момента попытались спасти его жизнь. Большая потеря для нас, для нашего города, для, в первую очередь, для российского народа. В Апатитах за это лето отремонтируют 24 муниципальные квартиры. А это значит, что очередь на получение социального жилья горожанами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, уменьшится. На работы выделили в два раза больше средств, чем в прошлом году. Апатитский подрядчик по заказу мэрии сделает косметический ремонт, поклеит обои, заменит розетки, сантехнику, при необходимости полы и поставит стеклопакеты. Ведется, да, работа активная по ремонту этих муниципальных квартир и потом выдаче их и врачам, и медикам? Да, безусловно, работа ведется. В этом году она беспрецедентно большая, более 6 миллионов рублей будет потрачено. На первом этапе контракт, вот этот, по которому я показываю помещение, закончен. Далее сейчас заключен на 8 помещений второй муниципальный контракт. И далее третьим этапом мы готовим торги для заключения муниципального контракта еще на 7 жилых помещений. Планируем отремонтировать 24 помещения. По сумме, я сказал, это более 6 миллионов, 6200. В Апатитах для всех желающих организованы бесплатные уличные тренировки по восточным единоборствам. 3 раза в неделю на стадионе у 10-й школы занятия проводит председатель Федерации рукопашного боя Александр Матюшин. Упражнения направлены на укрепление мышц и повышение иммунитета. Задача тренера – создать для ребят максимально комфортные условия. И для этого была разработана целая методика. Программа летняя, она минимально изобилует специфическими упражнениями. Мы работаем больше на выносливость. Это всевозможные кроссы, эстафеты, ну и те игры, которые ребятам действительно интересны. И в продолжении темы спорта, кроме единоборств, каждую неделю апатичан любого возраста приглашают на бесплатные фитнес-тренировки. В 12 часов также на стадионе у 10-й школы один из апатитских фитнес-клубов организует общегородскую зарядку. Аэробные нагрузки, растяжки, упражнения доступны и каждому. Все суставчики разогреться, то есть самые такие, скажем, простые упражнения, чтобы мог сделать и ребенок, и взрослый человек, и подготовленный, и неподготовленный. И приятная спортивная новость. Юные гимнастки из Кировска выступят на чемпионате мира среди юниорок. Соревнования состоятся в Москве с 19 по 21 июля. Имена, надеемся, будущих чемпионок – сестры Анна и Алина Торгованова и Кристина Мохова. Сейчас их основная задача – подготовка показательного номера. Секция художественной гимнастики под руководством Елены Еременко в Кировске существует уже 8 лет. Появилась она при поддержке компании «Фосагра». Деятельность спортсменок проходит под эгидой движения «Детям России. Образование, здоровье, духовность». ДРОСТ. Конечно, волнительно. Это оказано и честь, и доверие. И тем более такое приятно, что замечают гимнасток из маленьких городов, что это не только возможности для каких-то раскрученных школ или там гремящих клубов, а что действительно дают возможности и шансы проявиться детям вот отовсюду, со всех уголков России. На этой неделе в Апатитах состоялись обсуждения проекта «Офисные помещения с продовольственным магазином по адресу Космонавтов, 15». Напомню, с торца здания предполагается сделать вход в магазин. Планируется оформить зону отдыха с лавками, освещением и живой изгородью. А с другой стороны, дома сделать аптеку и зону для разгрузки большегрузов. И автостоянку на 29 мест. И именно строительство парковки вызвало на общественных обсуждениях бурную дискуссию. Ведь стройка предполагает вырубку зеленых насаждений. Кто поддерживает данный проект? Кто за? Вы что, сами поддерживаете? Кто против? Было ли услышано мнение апатичан и будет ли меняться проект? И о других темах и проблемах смотрите интервью главы администрации города Апатиты Николая Бовы для программы «Дежурный репортер». В этом выпуске программы «Дежурный репортер» мы не приглашаем гостей, потому что гости станем мы. Съемочная группа отправляется вот туда, на второй этаж, в кабинет главы администрации города Апатиты Николаю Бове. Пойдемте.
Николай Алексеевич, добрый день. Добрый день. Спасибо, что уделили нам время. Хочется задать несколько вопросов касаемо жизни города. Николай Алексеевич, вот сейчас проходят встречи с жителями. Одна из последних была посвящена медицине, был Юрий Ширяев, вы выступали. Как все апатичане знают, медицина, она не финансируется из местного бюджета. Медицина – это областное средство и полностью подчинение области. Но так или иначе, муниципалитет участвует в жизни здравоохранения на территории, и есть конкретные шаги и конкретные меры по улучшению этой сферы в городе Апатит. Расскажите, пожалуйста. Да, действительно, основное финансирование и главное финансирование – это через структуру ОМС. Медицина – это зона ответственности субъекта федерации. Федеральные структуры тоже непосредственно задействованы. Но, конечно же, муниципалитеты в стороне не остаются. И разумный муниципалитет, конечно же, определяет медицину как приоритет. Я очень часто вспоминаю события двухгодичной давности, которые имели место быть в городе Апатиты. Вспоминаю те приемы, которые здесь проводил министр здравоохранения Мурманской области. Несколько сотен человек к министру пришло на прием. Я участвовал в тех приемах, поэтому те проблемы, которые апатичане поднимали, они, ну, скажем так, через сердце прошли и мое. Мы помогаем онкобольным, которых направляют в Мурманск. Это адресная помощь. Те апатичане, которые пользуются автобусами или электричками, им мы проезд компенсируем. За прошлый год это более 400 человек, за первое полугодие нынешнего года более 200 человек уже воспользовались этой льготой. Депутаты поддерживают все это, ими принято решение, и в бюджете деньги на это есть. Мы в свое время вышли на проблему тех апатичан, которых по скорой помощи доставляют в ночное время в приемный покой Кировска, но если нет показаний госпитализации, была проблема у апатичан, как вернуться назад в Апатиты. Общественный транспорт не ходит, такси дорого. Поэтому, опять же, было принято решение, и программа, которая действует вот с того дня, как она начала действовать, и по сегодняшний день более 200 человек были в ночное время из Кировска, из приемного покоя доставлены в город Апатиты. Это тоже, вроде бы, на первый взгляд кто-то и внимания-то на это не обратит, но когда это касается непосредственно человека, конечно же, это помощь. Мы помогаем врачам. Первоочередное предоставление жилья. Сейчас, да, это жилье по коммерческому найму. Те врачи, которые имели служебные квартиры, очень долго отработали здесь на территории по решению депутатов Апатитского совета. Было принято решение, и администрация его исполнила. Это приватизация тех квартир, в которых они жили. Практически все этим правом воспользовались, за исключением одного из врачей, у которого право приватизации было использовано ранее. Небезнадежный вопрос по дальнейшей приватизации тех квартир, которые мы предоставляли врачам по коммерческому найму. Сейчас этим, опять же, плотно с главой города, с депутатами занимаемся, работаем с областными структурами. Я думаю, выход тоже будет найден. Мои заместители постоянно контролируют ситуацию вокруг поликлиники, вокруг детской поликлиники, в больничном городке, чтобы там было своевременно все подсыпано. Многие ветераны, апатичане обратили внимание, что 2 года назад мы заасфальтировали наконец-то выезд от скорой помощи. Формально ведь город мог в этом не участвовать. Это же не ваша зона ответственности. Это не моя зона ответственности. Но, тем не менее, опять же, позиция муниципалитета позволила провести очень плодотворные переговоры с одним из подрядчиков, и в качестве благотворительной помощи эта организация заасфальтировала эти многолетние ямы, и не только ямы, но и возле приемного покоя был уложен новый асфальт. В этом году, наконец-то, были заделаны ямы возле поликлиники.
Можно на это обращать внимание, можно не обращать. Но это есть. Мы обращаем. Мы обращаем, и дальше все это будет точно так же. На встрече апатичанка озвучила вопрос, есть ли возможность организовать транспорт для апатичан, кто работает в Кировске. Я знаю, что вы взяли эту проблему на карандаш. Будем считать, будем смотреть по возможностям бюджета. И если все-таки возможности бюджета будут позволять, то технически эта проблема разрешима. Но, опять же, все зависит от возможностей бюджета. Угу. И еще один вопрос. Врачи-то, как Юрий Семенович говорит, лечат не стены, лечат врачи. И зазвать на север врачей, конечно, очень сложно. Но я бываю на сессиях Совета депутатов и знаю, что муниципалитеты, депутаты выделяют квартиры врачам. И даже вот этот случай с неврологом, но отремонтированная трехкомнатная квартира, они предоставляются. Да, это действительно так. Проблема эта, конечно же, она характерна не только для нашего конкретного города Апатиты, или там, она характерна для любого другого города. Проблема с узкими специалистами есть. Проблема федерального уровня. И я думаю, что в ближайшее время все-таки ряд решений, принципиальных решений, системных решений принято будет. Например, все чаще говорят о том, что все-таки, как вариант, вернуться к системе распределения тех врачей, которые обучаются за счет бюджетных средств. Это один из вариантов. Но то, о чем говорит в Рио губернатора области, что все-таки в этой отрасли нужны системные перемены, я с этим абсолютно согласен. Системные перемены обязательно нужны, но при этом то, о чем я говорил на встрече с жителями, нам очень бережно нужно относиться к тому, что есть. Очень бережно, потому что любые перемены – это время. Это время. Это только в сказках все происходит быстро. По жизни так не бывает. Еще один вопрос касаемо жизни города. Николай Алексеевич, строительство ФОКа идет на Сидоренко, уже началось. И как оказалось, были несколько недовольных, что вырубят лесок, но мы там были, лес-то остался там. Там же на самом деле совершенно проект предполагает неполную вырубку. Подходили очень бережно, каждое дерево обследовали, все было посчитано. Неоднократно говорили о том, что после того, как ФОК будет построен, там будут выполнены мероприятия по благоустройству и озеленению. И иные районы города Апатиты в пределах 2 300 000 рублей в течение 2020-2021 года тоже будут высажены и деревья, и кустарники. И здесь то, о чем мы постоянно говорим. Нужны конкретные предложения, рекомендации, где, что. От апатичан. Чтобы, от апатичан. Для нас дорого их мнение, чтобы потом поменьше было таких вот всплесков. С людьми надо разговаривать, людям нужно объяснять, и мы стараемся это делать. Но все-таки ФОК, он городу действительно нужен, и после того, как он заработает, я думаю, многие апатичане, у которых особенно есть дети, они почувствуют, насколько это стало лучше. Ведь точно такие же разговоры ходили, пока не был построен Ледовый дворец. Ведь тоже тяжело строительство начиналось, и в процессе строительства задержка произошла из-за того, что на скалу попали. Тем не менее, все это преодолено, и когда сейчас и выходные, и будние дни, когда есть лед, видишь то количество людей, которые туда приходят, видишь их настроение, их улыбки. Часто слова благодарности в адрес персонала Ледового дворца. Ну, это же здорово. Это же здорово, когда в городе есть такие объекты. Да, это спортивный объект, который притягивает горожан, и там проводят много мероприятий. Николай Алексеевич, если строительство ФОКа рассчитано на несколько лет, то, мне кажется, стройка этого года – это реконструкция бассейна. Там очень большие средства, и расскажите, это местные средства или это область помогает? Все-таки там значительная сумма. Там значительная сумма, это полностью средства городского бюджета. Опять же, мы к этому несколько лет шли, рассматривали различные проекты, но время заниматься фасадом бассейна действительно пришло, потому что во многих местах он начал разрушаться, и те работы, которые в этом году будут выполнены, дорогостоящие работы, но все будет сделано с использованием современных материалов. Будет красиво, все это будет сочетаться с дворцом культуры. То есть вот такой вот островок, где будет реально красиво. Чаша там в порядке. Зал внутри бассейна, он отремонтирован в прошлом году.
Поэтому потихоньку спортивные объекты, материально-техническая составляющая спортивных объектов приведена в порядок. На днях будет открыто футбольное поле, возобновятся игры чемпионата области по футболу, будет где заниматься ребятам из детско-юношеской спортивной школы. Это федеральная программа, поле, которое мы получили, оно профинансировано за счет федеральных средств. Наше финансирование из местного бюджета – это подготовка основания. Поэтому мы один из немногих муниципалитетов, которые вот получили новое футбольное покрытие. Николай Алексеевич, следим за жизнью в городе и знаем, что один из ваших принципов – это сделали конкретно и на несколько лет забыли. Это так? Да, это действительно так. И не просто следовать этому принципу, потому что проблем реально в городе много. И иногда легко поддаться настроению, делать по чуть-чуть. Вот обратились к тебе, проявили активность, пришли на прием или на встречи на повышенных тонах с тобой поговорили. Иногда есть желание сделать в угоду этому, но я своим принципам не изменяю. Все-таки нужно делать системно. Сделал, забыл, взялся за другую проблему. Чаще получается. Еще одна большая стройка, вообще на самом деле об этом можно говорить долго этим летом. В какой бы район города ни приехал, везде что-то строится. Вот тротуары. Вчера мы там были, смотрели, практически 3 километра новых тротуаров на Бредово. Площадь геологов тоже. Я не помню, чтобы за последние несколько лет ремонтировали тротуары. В том году начали на Ленина. Это же тоже большая работа. И не сиюминутная. Это же наверняка планирование там гораздо... Безусловно, то, что тротуарами рано или поздно придется заниматься и заниматься серьезно, и вкладывать туда очень много сил и бюджетные средства на это предусматривать. Конечно же, несколько лет назад начали на эту тему думать. И единое мнение Потицкого городского совета и мнение мое как главы администрации в том году звезды сошлись. Более 16 миллионов рублей на эти цели запланировано. Это прорыв. Никогда такого за всю историю существования города не было. Очень многие тротуары преобразятся. Надеюсь, что и на следующий год оставшиеся тротуары тоже точно так же будут ремонтироваться, потому что это очень и очень хороший, позитивный отклик у апатичан находит. Главное, чтобы работы были выполнены качественно. Мы стараемся, мы постоянно контролируем работу подрядчика, подрядчик понимает, чем он занимается. Объемы действительно большие. Насколько я знаю, этим летом две площадки спортивные в городе появятся, да? Одна, если не ошибаюсь, на улице Космонавтов и еще одна... На улице Дзержинского. Да. Эти площадки – это программа в РИО губернатора. Город Апатиты – две детские площадки и две спортивные площадки. Детские площадки будут установлены на городских территориях, которые внутри дворов. Жители проголосовали, жители выбрали, поддержали. Спортивные площадки, одна будет в районе гимназии номер 1 на ее территории. И вторая в микрорайоне Старые Апатиты, школа номер 4. И таким образом школа номер 4 получает свое развитие как центр микрорайона во всех отношениях. За муниципалитетом подготовка оснований. Задача до 1 августа основания и под спортивные площадки, и под детские площадки должны быть готовы. С 1 августа поставка и установка оборудования. Надеюсь, что в течение августа месяца все эти объекты в городе появятся. И не только эти. Городской парк вот прямо за администрацией, где мы сейчас находимся. Я так понимаю, в августе он тоже должен засверкать. И там освещение, новые дорожки. И мы там ходили, там можно проводить, мне кажется, соревнования среди там скейтеров, роллеров. Там прекрасный асфальт, ровные, широкие дорожки в 4 человека. Я очень надеюсь, что после того, как работы там будут завершены, а там действительно работы близки к завершению, заканчивается укладка асфальта на дорожке, будут восстановлены, на место поставлены фонари уличного освещения, парковые светильники, мы их на зиму снимали, дабы не искушать любителей поразрушать. Там будут установлены камеры видеонаблюдения, и думаю, что городской парк станет местом притяжения для многих-многих и молодых людей, и города Апатиты, да и пожилым будет чем заняться, там будут и скамеечки, просто походить, погулять.
Ну и, безусловно, будем смотреть, как его дальше наполнять. Сейчас мы работаем в пределах тех бюджетных средств, которые выделены и федеральным бюджетом, и областным бюджетом, и наше софинансирование. Программа была рассчитана на 2 года, она близка к завершению. Непростой лично для меня вопрос, потому что я все-таки был сторонником того, что нужно было завершить комплекс в парке на улице Пушкина, но Апатичане выбрали в результате голосования в день выборов президента России городской парк. Мы к воле Апатичан прислушались, мы ее исполняем и делаем. Парк Пушкина тоже в этом году будут продолжены работы по благоустройству дорожек. В сентябре месяце там будет установлена новая детская площадка. Поэтому там тоже будет очень красиво. Там уже красиво, но он станет еще лучше. Николай Алексеевич, вот по поводу мнения прислушаться к мнению апатичан. Я знаю, что на этой неделе в мэрии проходили общественные слушания по реконструкции «Космонавтов-15». Приходили апатичане, равнодушные, высказывали свое мнение. И, насколько я знаю, вы тоже инспектировали эту территорию, ходили туда со осмотром. И, как я понял, вы апатичан услышали. Да, безусловно, мы к мнению апатичан обязательно прислушаемся. Я думаю, что те слушания, которые прошли, они будут не единственными. Будет проведен еще ряд слушаний, потому что проект будет скорректирован. Он должен опять обсуждаться. Никто там никого не будет против их воли что-то делать. Никаких разрешений на вырубку зеленых насаждений там не выдавалось. Там начаты работы на кровле, но это сам Бог велел, чтобы крыши у нас не протекали. Вы знаете, Николай Алексеевич, вот смотрите, в моем списке, да, вот ФОК, бассейн, тротуары, дороги. Мы еще не проговорили про освещение, которое в этом году продолжается, реконструкция на Победы. Вот у нас материал выйдет на следующей неделе. Плюс ремонт дорог. Может быть, не такой глобальный, как несколько лет назад, когда вот Северную закатали, когда Фестивальную закатали. Вот целый ряд проектов этим летом, которые, еще вот детские площадки, да, мы проговорили с вами. Но это же большой объем финансовых средств, это же большая работа, и это не сиюминутная работа. Это же, ну я думаю, бюджет формируется там за полгода, это же большие планы. Ну, безусловно, это огромные планы, и слава Богу, что апатичане замечают, что все-таки та программа, которая была начата 6 лет назад по приведению порядок дороги, она дала свой результат. Мы действительно дороги сделали неплохо, привели в порядок, и дальше их содержать будет легче, потому что дальше это будет уже режим текущего ремонта, это совершенно другие затраты. Пришло время тротуаров. По освещению, конечно же, это не вчера решение было принято. Энергосберегающие технологии, светодиодные светильники, это все дает в том числе и экономический эффект, потому что нам приходится меньше тратить финансовых средств на освещение. Это реальная экономия. Поэтому улица Строителей, проспект Сидоренко, часть улицы Козлова в старых Апатитах, улица Жемчужная, в этом году улица Победы. Это вот поэтапное движение вперед. Думаю, и дай Бог, чтобы нам позволили финансовые средства и дальше эту работу продолжать. Это совершенно меняет облик города. Даже когда смотришь снимки с большой высоты, сделанные города Апатиты, ну просто любо-дорого посмотреть. Да и обратили внимание на то, что улица Строителей, после того, как было сделано современное освещение, туда многие автомобилисты просто поехали, у нас немножко поменялись транспортные потоки в городе, то есть объездная дорога по улице Строителей, она начала выполнять свою роль, она действительно стала объездной. Там меньше пешеходов и так далее, ведь это разгрузка центра города. Поэтому эту работу будем продолжать то, что на улице Победы будут установлены светильники и столбы, такие же, как на дороге к храму, это что же для того, чтобы все-таки красиво смотрелось. У города обязательно должен быть облик. Человек, выйдя на прогулку с ребенком, или семья, когда гуляет, да просто, когда апатичане гуляют, но они должны гулять по красивому, ухоженному городу. Город ведь у нас реально красивый.
причем в любое время года, ну я не беру там, может быть, конец апреля месяца или там середину апреля, когда у нас паводок и достаточно много проблем из-за того, что в свое время ливневка или не была сделана, или вышла, пришла в негодность. Но и в этом плане тоже ведь на месте не стоим. Последние два года, например, подрядчик на обслуживание ливневки есть, и результат тоже есть. Там, где можно восстановить, мы восстанавливаем. Но, безусловно, это работа ни одного дня. Ни одного дня, это очень дорогостоящая работа. Есть ли проблема, которая вызывает самая главная проблема, самая главная задача? Я все-таки, когда мне напрямую задают вопрос, вот в таком разрезе, я бы на него ответил так, что в Апатитах очень много проблем. Очень много проблем. Но, видит Бог, многие проблемы, ведь они решаются. По крайней мере, мы их не замалчиваем. Мы их пытаемся решать. Мы понимаем, как их решать. Вот в этом плане и будем двигаться дальше. Потому что другого варианта нет. Апатиты – это город, который имеет будущее, который имеет свое лицо, свои традиции. Поэтому будем двигаться дальше.